Это вот здание. Давайте я его сейчас чуть-чуть по-другому возьму. Здание вот это вот. Строилось. Вот это вот здание строилось на моих глазах. На моих глазах тут было все огорожено и было написано что-то вроде «Мы построим небоскреб». Ну, не знаю насчет небоскреба, но действительно вышло так монументально. Ну и вот самое главное, но прежде чем о самом главном пойдет речь, я еще расскажу историю. Вот тут мы с матерью уходили, там чуть-чуть вот спуститься туда и пройти дальше был магазин электроники. И поэтому мы тоже там искали и батарейки, и какие-то запчасти, и что только там не искали. Поймите, что туда и вот прямо, и вот выходишь. Ну и вот, собственно говоря, Академик Вавилов, кораблик, на котором я часто любил в детстве путешествовать, назовем это так. Я не знал, что оказывается у данного кораблика есть полноценное настоящее имя — Академик Вавилов. Это что-то потрясающее. Потому что я думал, что это просто кораблик. А это, оказывается, не просто кораблик. Я вот так вот... забирался. А здесь был штурвал. Ух ты, так скользко. Я, наверное, не смогу там снять или смогу. Так. Да нет, нет, нет. Ой, там корма, там был... Там был люк. Вот там был люк. Люк был запаят. Но я его любил потискать. Или, по-моему, он был даже сзади. По-моему, два люка было, да. Ну и тут вот был штурвал. Я очень часто любил крутить штурвал, но... Но, увы... Штурвала нет. Ну что ж, на этом все. Штурвал свистнули. Штурвала свистнули. Это точно.